Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребята, давайте продолжим с вами долбить космического бомжа. И у нас 11 уровень. Так, ну что, выбираем. Давайте заменим, наверное, так, оглушает, снимает броню. Наверное, снимает броню, скорее всего. Вот так вот будет хорошо. Ну что же, поехали. Йоу, что случилось? Мы уменьшились и теперь внутри коробки? Как это так? Тем не менее, зачетная коробка. Понимаю, почему мистер Кот ее забрал. Поехали, мазафака. Ну, поехали, косморэпер. Так, погнали, мои пильщики. Давай, клешнерукий. Так, выпустите ракету. Это вам так, для разминки. Как так быстро-то они до меня добрались, а? Эй, давай, ну-ка, что ты там расслабляешься? Отстреливайся, как только можешь. Давай, не подпускай. Так, ну вроде бы пока нормальненько все. Может его отправить, пускай идет во свояси. Так-то будет лучше. Давайте увеличим их. Мины. Так, что, у меня только один остался? Надо делать срочно. Давай, жирный, копись. Замечательно. Давай, покажи им там. Что, мы уже его долбим? Замечательно. Это просто великолепно. Давайте увеличим. Блин, промазал. Вот так будет хорошо. Ого, что-то их тут... Что-то он больно много наплодил-то всяких, а? Так, не даем спуску. Не даем, ребята, спуску этому рэперу. Как он, зараза, только успевает, а? Свою тактику, как сказать, воплотить. Я лично такими малютками воюю, а он уже тут и жирного, и малышей не наделал. Блин, спецудара еще нет пока. Ладно, хорошо, пока терпим. Нате ракету вам. Давай, этого отправили. Пускай идет, разбирается. Нечего стоять за моей спиной. Давай, ракеты. Увеличение. Что, только одного увеличить можно? А, нет, двух. Ну, это замечательно. Так, вот. Вот уже дело пошло около того. Елки-палки, надо тут за всем успевать. Так, один заряд у меня накопился. Потерпим пока. Пока потерпим. Что, практически одно сердечко мы ему снесли. Замечательно. Ну, смотри, что он делает, а? Он применяет спецудар, который просто моих юнитов уничтожает. Давай, клешнерукий, не подведи. На-ка, ракету вам. Опачки. Хе-хе-хе. Мазафак, они уже меня бомбят, а? Ну-ка, мины. Так, пила, давай, там покажи своим хвостом. Что, как и почем. Так, раз, два, три. Не дотягиваюсь. Да что ж такое, опять не дотягиваюсь. Давай, лилипуты, вперед. Вперед, мои громозеки. Так, этот опять уже сзади меня пристроился, а? Ладно, пока пускай постоит. Смотрите-ка, мы уже ему второе сердечко практически докромсали. Давай, малыш. Еще один, еще. Так, надо, наверное, пильщика. Черт, успей тут за всем, а? Так, ну что, три суперудара у меня есть. Пока потерпим. Давай, малыши, разберитесь там. Так, мины, срочно мины. Так, ракеты, увеличение. Ну, вроде бы пока ситуацию выположили. Но это пока. Да что такое, он опять этих клешнеруких своих выпустил, а? Как это вообще такое может быть? Откуда он берет энергию, а? Кстати, я что-то не заметил, а кто у него в этом, в защите стоит? Ну, я имею в виду, питомец у него кто, или его нет? Ладно, это не важно, сейчас об этом думать. Надо обороняться. О-о-о-о, жирный ко мне подлетает. Так, лишние руки, молодец, ты прикрыл меня своим хрупким металлическим тельцем. Да что ж такое-то? Они уже рядом, ребята, они уже рядом, они уже меня атакуют со всех сторон.
Вот, суперудары мне все-таки пригодились. Не зря я их берег. Че ты там орешь? Ага, у него крик, это значит усиление своих роботов. Давайте, давайте, ребята, у него последнее сердечко осталось. Ну, с такими великанами-то навряд ли мы, конечно, справимся. Давай, блин, мне бы, конечно, бы пару амбальчиков бы выпустить, но это практически нереально в такой суматохе накопить на них. О, есть шанс, ребята, есть шанс. Давай, лети отсюда. Нечего прохлаждаться за моей спиной и просто так стоять там. Ху-ху-ху. Заварушка-то нехилая, да, ребят? Ну как так он быстро моих просто разбирает? Давай, ракету, ракету, ракету. Увеличиваем. Че-то промахнулся, по-моему, я, да? Давайте, вы хоть и подбитые, хоть и, смотрю, грустные все, но вы должны отстоять честь бомжа. Не зря бомж вас собирает. Видите, у него сзади какой холодильник за спиной. И что это у него там, наверное, коробка с инструментами, где он вас, в принципе, собирает. Так, давай, хоть на что-нибудь ты пригодишься. Бамс, отлично. Так, у меня всего двое. Нет, не знаю я, как он так успевает такую армию наклепать. Давай, амбал, стройся. Вся надежда на тебя. Ну-ка, устройка. Хорошо, он не попал под ивоны суперудар. Так бы сейчас уже валялся бы здесь. Так, увеличиваем. Че, промахнулся опять, что ли? Ну-ка, еще разок. Да, не достаю. Смотри, что делает, а? По моему ракетам шпарит. Ладно. Так, обороняемся, обороняемся. Ну что, суперудар-то не работает? Он должен был сработать, а почему-то не шиша. Я тут игруля, блин. Ни секунды расслабона, как говорится, а? Вот, наконец-то мы подобрались к нему. Давайте, ребята, давайте, 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 крошите питомец там, бомби своим хвостом, как можно только... Куда ты летишь? Ну, ну давай, маленько осталось. Ну давай, 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 давай. Ребята, ну, ну, есть. Ну что ты? Опа, на. И мы с вами получаем, по ходу дела, нового питомца. Да, две звездочки маловато, но главное, что прошли. 12 уровень у нас, ребята, 12-й. Да, питомец новый, что он делает? Дает дополнительный ресурс от каждого убийства. Слушайте, это хорошая вещь-то, по идее. Да? Это из-за каждого убитого робота я буду получать чего? Ресурс. А как он проявляется? Непонятно. Ну что же. Из-за тебя я пропустил свой любимый сериал. Да ты что, а? Ну, на этот раз у меня напульсники плюс 5 к хитрости. Бросай кубики. То есть в атаку. Так, ну что, космический некромант? Давай. Давай попробуем тебя на ощупь. Так, что это звездочки у меня пуляют? А где ресурсы-то? Я в упор никаких ресурсов не вижу. Это просто был развод, ребята, какой-то, а? Давай, амбал. А может не развод? Давай, 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 амбальчик, ну? Зачем тебе дробовик? Какого лешего ты прикладом дерешься? Вся надежда на питомца. Смотрите, он один тут дает, наяривает, будь здоров. Увеличит. Нельзя питомца увеличить. Так, да, пильщики. Пильщики сделают свое дело. Кстати, у него тоже питомец-робот. Ниндзя. Робот-ниндзя, так скажем. Космический робот-ниндзя. Ну ладно. Конечно же, он всех моих сносит. Причем так быстро он это накопил, что у меня до сих пор еще ничего нету. Но, тем не менее, ребята, мы уже его кромсаем. Хе-хе. Разве это не прелесть, а? Так, давайте увеличим моих ребят. Почему только один увеличился, а? Вроде попала троечка, а увеличился всего один. Ладно, видимо, так тут задумано. Так, пока неплохо, неплохо идем, ребят, неплохо. Ракеты, мины, весь, как говорится, арсенал. Смотрите, у меня жирный до сих пор еще жив. Молоток, продержался это у меня, однако. Хм, красава. Нечего тут... Как так? Почему не попал?
Ёлки-палки, ребята, они меня уже кромсают, а? Нет, мы этого не можем позволить. Вот так вот. Так, ниндзя. Я не знаю, давай постреляй, может быть, ресурс какой-нибудь добавишь. Ага, все, я заметил, ребята, чем чаще он попадает, тем быстрее у меня накапливаются, как сказать, манна на юниты, может так это выразиться. Так. Когда мы отстреливаем ему всю эту полоску, можно его, в принципе, и отправлять в бой, потому что слишком долго он и копит. Но в бою все-таки от него какой-то будет толк. Видите, покромсал он его нового питомца. И уничтожили всех моих юнитов одним суперударом, а? Так, давай, пила, вперед, лилипуты. Я бы вас назвал, наверное, зубастики. Так, пилорама, давай, зубастики. Так. Главное, чтобы они ко мне не подобрались. Они уже возле меня крутятся. Как у себя дома, между прочим, да? Слушайте, тут как-то больно тяжко все, ребята, происходит. Я не знаю, затащу ли я эту каточку, а? Блин, ну действительно, ни секунды расслабления, и надо за всем уследить. Ух ты, смотрите, что они делают, ребята. Куда я мины влепил? Ой, дуралей. Да, вот за такой ошибки можно, ребята, и проиграть. И, между прочим, это не впервые у меня такое получается. Все в спешке, в спешке, в спешке. И на тебе, результат налицо. Да выкусите. Блин, промазал. На тебе. Так, пилорама, давай. Шиш тебе. Давай, амбальчики, рубите их. Что-то быстро-то сдулись вы, а? Так, ну что, ребята, мы его кромсаем. Мы его кромсаем, и это очень даже замечательно. Так, мой ниндзя уже восстановился. Так, он уже выслал этого с дробовиком. Плохо. Это плохо, ребята. Потому что он сам по себе крепкий. А ну-ка, выкусите-ка. Да куда ж ты? Хотя, в принципе, нормально все сработало. Давайте усилим. Отлично. Ракеты. Достанут? Нет, мы же они достали. А еще... Нет, они далеко. Так, ну давай, подходи вот сюда. Опля. Молодец. Так, самое время укрепить. Вот это другой разговор. Так, мины стоят, все пучком. Пускай подлетают. Что-то мины сработали как-то не особо эффективно. Практически все потратились на одного какого-то робота. Глупо, конечно. Давай, амбал, копись. Есть. Так, звездочки, давай, пуляй ты там что-то. Блин, он у меня вылетел, а? Хотел пострелять, пострелял называется. Стрелок. Смотрите-то, этот с дробовиком-то все меня там глушит. Ну-ка, давайте-ка его, опля. Отлично. Так, у нас что, получается практически с ним на равных. Только посмотрите, сколько у него этих роботов и сколько у меня. Вся надежда на маленьких. Вся надежда на маленьких, на ракету, на увеличение. Тут как ни крути, все это приходится взаимодействовать, чтобы хоть как-то их оттеснить. У меня сейчас даже речь идет не о том, чтобы его, этого некроманта отбить, а как бы самому защититься. Сам видите, что тут происходит. Заваруха еще та. Так, ниндзя, давай, бомби их. 2, 3, 1. Ага, я понял. Чем больше он попадает, тем больше у меня накапливается этих. Так, вперед. Вперед, бойцы невидимого фронта. Почему только один увеличился? Вроде там двое их стояло, а? Ух, бедный мой работека. Ну, ты все-таки прикрыл своим телом меня. Спасибо тебе, мой маленький ниндзя-друг. И он своего выправил, а? Че он под меня так косит все, а? Блин, ну и это, даже, я не знаю, надо, ребята, как-то отдохнуть. Передышку хоть какую-то. Просто столько 10 в одну секунду делать, и за всем смотреть, наблюдать, не пропустить. Очень много. Смотри, что делать, да? Смотри, что они делают. Давай, ниндзя, выпуливай всю эту гадость в тебе накопившуюся. Так. Как они так быстро моего кромсают, а? Какие-то вроде мелкие, а так быстро его разбирают. Ну-ка. Чуть не попал, по-моему, да, ребят?
Давайте еще разок. Вот, теперь он получил. Да что ж такое? О, достал, дотянулся. Замечательно. Вы посмотрите, что делает мой ниндзюцу. Точнее, делал. Так, давай-давай, еще на одного амбальчика. Опа, замечательно. Два амбала, один, правда, покоцанный, но тем не менее. Так, отлично, руки. Не знаю, может быть, уже отправлять пора его. Вот теперь, наверное, пора его отправить в освояси. Нати, да что ж так вас много-то, а? Я уже защищаюсь как могу, изо всех сил. Так, суперудар последний свой потратил, больше у меня пока их нету. Так что в критической ситуации я могу и лохануться, ребятушки, причем по полной программе. Жизнь у нас практически одинаковые. Давай, пошел. Так, увеличим. Да, увеличим. А нет, увеличим. Ну, правда, одного. Вот, вот, ребята, давайте, давайте, пилорамы. Так, мы пока здесь прикроем свои тылы. Ну да, конечно, что же. Как всегда, он делает усиление на своих, и они просто разбирают в мгновение ока моих все. Да еще плюс суперудар. Замечательно просто. Что ж тут скажешь, а? Давай, клешни руки. Нечего тебе там прохлаждаться. Так, маленькие мои зубастики, давайте, покромсайте их там, а, всех. Увеличим вас, увеличил. Только хотел, а он погиб, ладно. Что там получается у нас? Ну, получается, половина сердечка, да? Ставим мины, ракеты. Так, давайте еще ракету. Увеличим, давайте, вот так вот. Так, ниндзя, бей. Бей там всех, кого можешь. Да, кого-то можешь, никого не можешь. Блин, елки-палки, ребята, критическая ситуация. Ни суперудара, ничего нету. Как я, в принципе, и предполагал, что этим все, наверное, и закончится. Нет, вроде бы пока отбился. Отбился я, это хорошо, ребята. Так, смотрите, у меня есть все шансы, ребятушки, все шансы. Ну, конечно, он применяет свой суперудар. Дайте хоть кому-то увеличить. Эть... Ну, есть, ребята. Есть. Фух, ну что, ребята, на этом я, наверное, буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих боях. Всем пока. Can't stop bounce.